Thinking I was lost here, but I don't wanna lose you, love. Thinking I was stuck here, but deep down I can tell it's wrong. Feeling you now, take me breathing you now. Oh, taking me down. Oh, feeling you now. You take me down. Ну все, собралась я в магазин. Иду в таких вот вельветовых, наверное, или велюровых таких вот брючках. Синяя футболочка, вот эта вот курточка. Да, Изабель? И вот такие вот на мне серо-голубые кеды. Покупала я их еще в позапрошлом году за 19 евро. Вообще неубиваемые. Изабель, Изабель, ты тоже с мамой хочешь идти? Вот, так что бегом. Так, ну все, вышла из дома. Изабелька собралась со мной, расстроилась, расплакалась. Вот эта куртка. Я тоже ее покупала в Казахстане. Но в Казахстане покупала не в магазине, а заказывала также с китайского сайта. Не помню. Ну, достаточно дорогая была куртка. Я дорого за нее заплатила. И плюс еще взяла с собой свою вот такую вот сумочку. Заказывала я с китайского сайта. Если я найду, где я ее заказала. Ну, не с китайского сайта, я заказывала с eBay, но заказывала ее всего лишь за 5 евро. Если я найду эту сумку, я оставлю ссылку снизу. Вот. Сейчас иду в магазин. И потом, наверное, уже увидимся. Уже, наверное, дома. Так как руки будут заняты. Так, ну все, пришла я домой. Заходила я в цветочный магазин. И в цветочном магазине я взяла разные веточки. Не стала я там покупать цветы. Конечно, эти тоже цветы, как говорится, не первой свежести. Но завтра все магазины будут закрыты. Поэтому надо было бежать сегодня. Но без цветов ехать как-то дедушке и бабушке как-то неохота. Охота ехать с цветами. Так, ну сейчас быстро покажу, что я купила в цветочном. И потом покажу, что я докупила. Хотела, конечно, я еще... У нас каждодневные бои дома. Так что не обращайте внимания. Не всегда получается снимать в тишине. Так, ну давайте быстро вам покажу, что я купила в цветочном. В цветочном купила я вот такие вот веточки покрашены. Конечно, можно было бы и самим покрасить, но надо много баллончиков заказывать, покупать, потом ходить веточки. Этот легче купить, короче, вот так вот. Так, сейчас скажу. Вот эта вот веточка, вот эта вот одна веточка стоит 2 евро, красненькая, она такая блестящая-блестящая. И вот эта вот тоже, не до конца, конечно, покрашенная, но мне и не нужна такая длинная, мне нужны вот эти вот, тоже стоит она 2 евро. Остальные веточки стоят по 50 центов. Короче, за все вместе я отдала 4,90. Ну, в общем, почти 5. Вот такие вот веточки. Здесь их 3 штучки. Потом взяла... Вот они уже покрасились. Взяла вот таких вот я 2. И так как сейчас зима, еще вот таких вот тоже 2 купила. Вот, отдала я за это все, повторюсь, 4,90. Ну, поехали дальше. А дальше я купила по 2,99 с
40-сантиметровые розы. Это вот такие вот желтые. И вот такие вот розовые. Одна розочка там уже сломалась. Я это заметила сразу же в магазине, но все равно взяла, потому что еще одна там пачка таких розочек лежала. Они уже такие не очень. Далее купила черри. Черри эти стоили 99 центов. В общем, закупилась я на 40 евро. Все вместе. Потом купила тунца, тоже 99 центов стоит. Дальше купила евро 19, детям купила такие вот круассаны. Дальше купила еще горяченький такой, ну не, уже конечно не совсем горячий, но горяченький. Вот такой вот батончик. Я думаю, к Новому году надо будет тоже взять. Жаль, что завтра будет закрыто. Так можно было бы купить сегодня, если купила бы два и сделать на Рождество на бутерброды, то хлеб засохнет. Вот, так что взяла дома, будем кушать, лакомиться. Далее взяла пены для, не пена, а гель получается, Gillette, две штуки в одном, стоили они 3,99. Всегда жду, когда такая будет акция, чтобы купить сразу две. Дальше чистящие для раковины. Я и унитазы им чищу, и раковины чищу, и вообще и пол даже мою иногда. Ну, где, например, чуть-чуть засорилась, налью немножко и почищу. 55 центов стоит. Так, далее. 99 центов стоит. Вот, а нет, 79 центов стоит вот такой вот миндаль. Дальше 59 центов стоит манго, его уценили, так как завтра, наверное, не работает, поэтому его уценили. Так они стоили по 1 евро. Дальше взяла вот такой вот салат от Бондюэль, 99 центов. Здесь вот микс целый, это вот будет салатик, да, на Рождество буду делать. Так, ну и что тут я взяла? Взяла упаковку памперсов 6,85 сейчас стоит. И так 89 на 3 цента скидка. И вот такую кока-колу. Кока-колу я не знаю, сколько стоит. Честно говоря, не смотрела. Купила и все. Это тоже пойдет на стол. Помимо, ну, других лимонадов. Так, в общем-то и все. Сейчас буду я делать цветы, букет цветов. Как сделаю, я вам потом все покажу, что у меня с этого получилось. Сейчас у нас будет полдник, как в садике. Нарезала я батон, сейчас намажу маслом. Отварила я уже яички. И здесь у меня манная каша. Почему у меня здесь венчик? Венчик, потому что, когда я варю кашу, например, как манную, да, чтобы не было комочков, я всегда вот так вот помешиваю, взбалтываю, чтобы комочки, чтобы не образовалось комочков. Так что тем, кто сейчас кушает, всем-всем-всем приятного аппетита. Опять собираюсь в магазин. Завтра магазины не будут работать. В Пене не было слюды для
подарков. Посмотрю сейчас в эдике. И надо еще этот взять. Скатерть на стол бумажную. Так что буду обуваться, собираться и поедем. Я нахожусь на улице. Сейчас уже поедем. Вы меня спрашивали, задавали мне вопрос такой. Сколько стоит упаковка киндеров? Именно яиц. Я не знаю, сколько стоит упаковка. Здесь не продается по упаковкам. Тут продаются яйца поштучно. Вообще, каждое яйцо стоит 69 центов. Но бывают иногда исключения, и яйца могут стоить дешевле. Вот как в этом году, перед Новым годом, перед Рождеством, яйца стоят 49 центов. И в прошлом году то же самое было. Тоже яйца стоили 49 центов. Вот, и я их... В прошлом году, по-моему, я 40 штук брала. Так как Изабель не брала, брала только Климушки и Ермочко. В этом году я взяла меньше, потому что в прошлом году дети только повытаскивали игрушки, а сами киндеры половина съели, половина разломалась в крошку, и потом я это все закидывала в шоколад, как, знаете, типа сверху заливала, вот, растапливала и заливала. В этом году я решила взять поменьше. Я взяла всего лишь 24 киндера. Получается, по 3 киндера от дедушки и бабушки, и по 5 киндеров будет от нас каждым. Я думаю, это вполне будет достаточно. Вот. Сейчас съездим в Эдеку, потом надо приехать загрузить видео. Вернее, сначала отмонтировать, потом загрузить. Смонтировать, а потом загрузить. Вот. Уже, в принципе, практически 2 видео готовы. Ну, когда вы будете это смотреть, вы эти видео уже посмотрите. Вот, завтра планируем поехать поздравить Сашину бабушку и дедушку. И потом завтра буду я готовиться к Рождеству. Вот. Готовить горячее. Ну, всякое такое, короче. Еще не знаю. На Рождество таких больших планов нет приготовки, потому что вроде как это обычный ужин или обычный обед. Будем просто так праздничный стол, но не совсем такой шикарный. А вот уже на Новый год я уже планирую, не знаю, как это получится, но планирую, много что планирую. Если получится, я потом покажу, если не получится, но значит не покажу. Вот. Stuck in a lifelong conversation, a story with no start, no end. I've tried to keep away, remain a long time distance, but always get me in the end. Irrational thoughts, why are you coming back to my door when there's no room for you? I know I buried you long ago.